Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Так, заберем свои ежедневочки. Да сюда, да где они? Да какое приобрести? Дай мне мои награды, 50 бесплатных кредитов. Все. Так, ну что, ребята. О, агент, он у нас может? Может, точнее хочет, но не может. Давай, поехали. Попробуем пару партий сыграть нашей старой колодой. А потом я, наверное, ребята, создам новую. Или будем играть до тех пор, пока не будет у нас ощутимо много промахов, проигрышей. Так, сбрасывает. Ха-ха-ха-ха-ха. У него Iron Heart вылетел. Но он мою карту уже тоже увидел, получается, да? Что у меня... Фантастическая четверка улетела. Так, ага. Находящийся здесь карты без способности получает плюс 3 к силе. Без способности, да? Жух. Так, это кто такой? Кто это? Так, при раскрытии оба игрока смогут помещать сюда карты на следующем ходу. Давай я сделаю так. И вот так. Допустим. Снэпнуть не могу, к сожалению. Жалко, что нету, я не вижу, сколько у него карт в колоде. Так, Наки. А это кто такая у нас? Шури. При раскрытии 2 к силе, следующая карта, которую вы разыграете. Следующая карта, которую вы разыграете. А если я сделаю вот так, например. 4-4, это будет 8. У него уже здесь 9. Хеллбастера взял. Ну, объединил. Мы с тобой получаем кучу дублей. А если я сделаю вот так? Блин, я же хотел Шури. Ё-моё. Последний ход. А что я могу, наверное? Что я могу сделать? Так и так. Вижен. Ну и что получается? Что ничья? По идее ничья, ребята. Он выиграл на своей локации, я выиграл на этой. А тут у нас ничегошеньки и не было. Джессика Джонс, будешь прокачиваться? Хотела бы, да? Да не могу, говорит. Так, выиграйте. Ну что, выиграл я. Выиграйте на локации 4 картами. Получите бустеры. Откроется через 6 дней. Выиграйте бустеры. А я разве не этим занимаюсь? Я же вроде как, ну, пытаюсь. Чарли. Что там у нас за Чарли? Так, опять ртуть в руку. Халк. Карты здесь получает 5 к силе. Угу. Как бы у него ведьмочка там не оказалась. Если... Так, что там? Если после хода здесь осталось более одной карты, они уничтожаются. Угу.
Кейбл. Добавляет по случайной карте каждому игроку. Мне достался Веном. Ты представляешь, сколько у нас сейчас будет здесь? Плюс мы сливаемся. Вот так вот. Айсмен. Что, он заморозил мне, да? А Веном что делает? При раскрытии уничтожает ваши прочие карты на этой локации, добавляет к себе и к силу. Давай я так вот сделаю. Avengers! Так, вот это мне не нравится. Чучундра, который здесь находится. Я, наверное, сделаю вот так вот. И вот так вот. Так, каратель. А вот эта вот девочка не в тему, ребята. Ух, я совсем забыл. Да-да-да, что здесь уничтожается, если более одной карты, если осталось, то да. Давай сделаем вот так вот. А это последний ход у нас был? Да, проиграл, ребят. Ну, а почему там, если после хода, блин, остаются все карты начинают? Это он не специально, что ли, за подлянку такую сделал? Он поставил... Понял я теперь все, ребят. Он, получается, поставил карту. Ну, там же, видишь, там же не написано, что... На... Как бы тебе объяснить? Что если общее количество, ну, на поле, что за врага, что за тебя будут по карте, тогда уничтожаться. Я думал, что если у меня только больше двух карт... Короче, я зря вложился в эту локацию. Получить копию карты из рук противника. Да карта-то фуфло, на самом деле. Хеллбастер. Здесь, так, на шестом ходу. Ну что, сюда я не могу ничего поставить, ребят. Все. Анжела. Я все никак не могу вспомнить. Если вы разыгрываете здесь карту плюс 2 к силе. Снэпнем. Так, первая сыгранная вами карта здесь уничтожается. Ага, вот оно что. Морф. Угу. Поставим Джессику. А вот то, что он разыграл, это ему прилетели, интересно, карты или нет? Дело дрянь. На шестом ходу нельзя будет разыгрывать карты, да? Так, 10.
Последний ход. Ну что, я могу поставить кло 7-5-13. Или же... Или же что? Или же Халка влепить? Посмотрим. Но да. Уничтожили. Агент и Хеллбастер. Ну что, мы выигрываем, ребята? По-любому. Прекрасно. Вот тебе и Виктория. Отыграли мы здесь. Отыграли. Блин, как же вы дорого стоите. Не хотят, ребят, не хотят они мне давать. Не хватает у меня кредитов, чтобы прокачать карты. О, надо же. 300 кредитов, ну спасибо огромное. Как раз мне нужны были. Кстати, может быть, нам лучше в магазине что-нибудь прикупить? У нас хватит? 390... О, хватает. Так, 309 плюс 6. Берем. Блестящий логотип. Карта таинственная будет? Конечно, будет. Так, 50 кредитов сверху берем. И таинственная карта кто? Vision. Эту карту можно перемещать каждый ход. Слушай, ну это прикольно. Что ее можно перемещать каждый ход. И я так понимаю, куда хочешь, да? Так, а здесь у нас... Ага, ртуть. Подожди, ртуть. Я ртуть не могу. Может, Энджелу можно? Вот, Энджелу можно, трехмерочка. Ну, смотрится прикольно, на самом деле, да? Такой эффект 3D есть. 3D-шечки. Так, нам нужно раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 очков, чтобы нам добраться до следующей... До следующей карты. До следующей таинственной, тайной, секретной. Рюкис. Рюкис. Рюкис-карюкис. Посмотрим. Так, он, ну, в принципе, сейчас неплохая рука. Так, постоянные эффекты здесь удвоены. Постоянные эффекты удвоены. То есть мы ставим с тобой нашего криворучку. Так, в конце каждого хода плюс один к силе за каждый неизрасходный... Оба игрока вытягивают карты с колоды противника. Ага. А он-то у меня, наверное, вытянул... Не знаю, что-нибудь да вытянул. Кейбл. Постоянные эффекты удваиваются, да, значит, говоришь? Так, он тоже начал снэпаться. Так, потом будет 4, значит, нам выгодно вставить Moon Girl, получается. Еще разок. Так, да, 6, все. При раскрытии. При раскрытии. Так, ново. При уничтожении. Так, Moon Girl, но он тоже дублирует карты. Твою налево, что сделать-то нам лучше? Так и так, наверное.
О-хо-хо-хо-хо-хо. Сейчас будет замечательно, ребят. Но он, наверное, сюда тоже поставит, да? Айронхарт. Блин. Проиграл. Твою налево, здесь на один балл всего лишь проиграл, а? Ай-яй-яй. Как же так-то, Рэй? Ну, так и будешь теперь топтаться на месте. Так, я же хотел, сказал же, проиграю, буду колоду переделать. Плюс Глоксини. Карт в руках игрока. Да иди ты в пень, блин! Мне некого поставить здесь на данный момент. Чё там? Подтасовывайте ему. Давай подтасуем ему камушков. Почему мне-то не прилетели, блин? Зачем они мне прилетели? Так, Энджел. Кравлер. Последний ход. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну и что это мне даст? Да ничего мне это не дает, ребят. Так, Энджел, он достает. Мы выигрываем, ребят. Мы выигрываем здесь. Фух. Блин, всего лишь 4 камня. Всего лишь 4 камня. Зажал, зажал, чудило. Не снэпнулся. Не стал он снэпаться. Ну давай, Люксон. Ртуть тут как тут. Блин, ну Халк этот. На другую локацию. Поехали. У меня, блин, 5-6 энергии. Нормально карты? Если... Так, что там, если здесь... Так, если после хода здесь осталась более одной карты, они уничтожаются. Угу, ну там пускай он берет эти карты. Так, разыгранные здесь карты будут раскрывать...
Не будут раскрываться до конца хода. Что это у нас такое? Вытягивает карту в конце каждого хода, если вы побеждаете на этой локации. А это кто? Сила ваших карт не может быть снижена. Кейдж. Давай проверим. Эй. А это... Вот эта карта же не раскрывается. Ё-парасоте. Сделаем так. Подожди-ка, у него постоянно, да? Угу. Давай только сюда тоже, не сюда. Знаешь, в чем беда вся? Что ведьмы нет, блин, вот в чем беда все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А че этот чудик-то? Вы вытягиваете в конце каждого. Понял я. Вот я не вытягивал никаких карт в конце хода, потому что не мог элементарно этого делать. Потому что эта карта была закрыта до конца. Ай-яй-яй. Ну, что я могу сделать? Биг Лебовски. Ну, здесь хотя бы кое-что есть у нас. Так, здесь можно разыграть только карты, которые стоят 6. Посмотрим, что нам может выпасть в руку. Большой Лебовский. Ну, еще ртуть у нас есть. При раскрытии уменьшаешь все вражеские карты в этой локации с силой... Силой не меньше 9. На этом ходу карты не раскрываются. Да, не раскроются наши карты на этом ходу. Здесь нельзя уничтожить карты. Хеллбастер ставим. Ну а чё? Что у него-то тут за карта, интересно? Домино. Циклоп. С картой... Так, уничтожает все вражеские карты в этой локации силой меньше 9. Так, если я, например, поставлю Кло. Кло, например, сюда влепим. У него тоже Кло. И последний ход. Три и три, да? Можно сделать... Так, и вот так. Угу.
Угу. Так, ну мы выиграли. Хорошо, что он сюда двоечку влепил. Эх, как хорошо, ребята, получилось. Да, за счет фантастической четверки опять же выиграли. Давай заберем награды. Так, 239, кстати, у нас уже этих. О, блин, я думал, титул забираем. Нет, мы забираем с тобой не то, что надо нам. А кто тогда, если не ртуть? Ты что ли? Ну да. Уровень локации плюс один. Нет, да, я тогда здесь, наверное, возьму 240. Тут побольше мне в плюс пойдет. Например, вот можно взять. Сколько дает? 2. Тут 4. Возьмем трехмерочку, да? Он хорош, этот ящер, но, друзья мои, он хорош до поры до времени. Стоит только человечку поставить туда чуть больше карт, и ты сразу же плывешь. Потому что он, у него вместо 5 сил становится, по-моему, 2 силы всего лишь. Так, я не пойму, ты что ли? Ты же, тебе же не хватает. Тогда ты, да? Давай новую рамочку. Мистер Смистер. Мистер Смистер. Так, еще две эти, и мы с тобой возьмем секретную карту. Погнали. Ну, сейчас вот мне, конечно, понравилось, что фантастическая четверка вовремя вышла и сделала двоечку. Это, конечно, было хорошо. Чоппер. Чоппер, собственно, персоны. Надо нам рубашку поменять на картах. Чё мы как эти парашники? О, вообще забестовские. Чё после третьего хода в сторону добавляется глыба? Так, мы потом поставим сюда агента, и волчица будет вообще здесь хорошо смотреться на трех картах. Ну, еще можно, кстати, поставить и космо. Нет, если я космо поставлю, тогда раскрытие не будет работать. Карты стоят на один меньше. На один, ребята, меньше. А это говорит о том, что мы можем поставить так и вот так. Так, лорда. Ну что, Мунгерл тогда разыгрываем, наверное, здесь. Так, Человек-муравей. Проигранная локация получается у нас. Фига мы сейчас тут с тобой. Хо-хо-хо. Так, каратель. Как тебе такой расклад? Последний ход. Опа.
Ну, проверим. Только не говори, что он Одина сюда влепит. Замечательно, ребята, замечательно. Ой, подожди. Ну и здесь же было 17-15. 7-3-10. Подожди, 10-1. Ребят, как здесь у него получилось 17? Как у него здесь 17-то получилось, я не пойму. Если вы разыграете здесь карту, следующую, так, плюс 2 к силе. Плюс 2 к силе. Ну, он разыграл одну карту. 7 и 3, 10, 11, ну плюс 3 к силе. 14. Не, ребят, ну смотри, вот у него. А, кло, кло. 7, 10, 11. Кло, ребята. Кло ему здесь выдал. Вот оно что. Да. Кстати, вот это хорошо, что можно посмотреть, за счет чего он выиграл. Да, ребят, получается, кло накинул ему дополнительные очки. Так, снежный тигр. Который стоит 6. Ну, у меня нет таких пока карт. Надеюсь, что-нибудь путевое возьмем. Добавляет в вашу руку случайную карту. Не, агент по себе самый прикольный. То есть ты вытягиваешь, вообще можешь любую карту вытянуть. Что за... Ага. Так, возвращает одну из ваших сброшенных карт в руку. Сброшенных вами ранее карт возвращает к вам в руку. Хеллбастер порезал. Ни за что, ни про что, да? Ну, электро тут, как всегда. То есть, по идее, мы должны сейчас эту карту вернуть. Да? Которая вот у нас улетела сейчас. Которая уничтожила мне вот эта вот карга электро. Такс, ну что же он поставит? Я так и не понял, ребята. Хе, Гамора. Гамора в холостую сыграл здесь. Но ему повезло, что она не уничтожилась, эта карта. Так, это последний ход или нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. И по итогу мы выигрываем. 15, так, 12-20. И максималка 8. Отыграли мы предыдущую партию. Отыграли. Но бои действительно тяжелые. Идут уже. Так, забрали здесь. Забрали здесь.
Слушай, дай-ка, а как рубашку, интересно, поменять? Ну, на колоде. Ага, вот. Например, я хочу вот какую-нибудь такую взять. Так, а теперь я хотел создать, друзья, новую колоду. Давай подумаем. Агента обязательно брать надо. Также я возьму ртуть. Так, возьму медузу. Так, ведьму. Так, фантастическая четверка. Так, вот это вот. Убирает постоянную способность всех карт на этой локации. Давай попробуем взять, добавить ее. Так, обязательно возьмем нашего динозаврика. Кло. Закрывает эту локацию. Блин, это прикольный чувак, конечно. Халка берем или нет? Возьмем. Че взять-то дальше? Даже не знаю, дальше-то нам. Так, уходя в сброс из вашей руки, добавляет в нее две копии, которые стоят 0-0. Даже пока не знаю, что и делать. Может быть, взять нам бишопа? А Джубили что делает? Добавляет карту из вашей колоды. Добавляет карту из вашей колоды в эту локацию. Ну, было бы, конечно, хорошо бы. Ну, попробуем. Так, это была девятая колода. Так, я взял ведьму, я взял, которая убирает постоянные эффекты, да? Посмотрим, как это будет работать. Кто здесь имеет больше карт? Сток силы сразу. Хоп. Мы сюда ведьму влепим, да и все, да? Если бы она, конечно, выпала мне. Первый урок, который заполнит локацию, вытянет. Я понял. Вытянет карту за 6 энергии, которая будет стоить 0. Это, конечно, хорошо. Он взял броневика, да? Броня. Так, кто имеет больше карт? Давай так сделаем. Так, лорд, а у лорда при раскрытии. Так, он тоже бишопа поставил.
Он тоже поставил там бишопа. Посмотрим. Мне кажется, что-то, ребята, я... Последний ход. Так, смотри, что мы сделаем сейчас. Так. И вот так. И вот так. Да иди ты в пень. Ребят, ну тут ничья. Почему она... А, ну она сняла эффект постоянно. И она и с этого сняла. Она и с этого сняла постоянный эффект. Она то есть снимает не только с вражеских, но и с наших. Не, ребят, ну если она с наших снимает, мне как-то... Мне как-то... Не по себе от такого расклада. Я думал, что она снимает только с врагов. Она еще и наши снимает. То есть вообще снимает все постоянные эффекты. Так что я вернусь на колоду номер 9. Поменял. Не, ну вот ведьму я бы, наверное, в колоду все-таки номер 9 взял. Ведьму именно, которая заменяет локации. Мне кажется, от нее был бы нормальный профит. Так, после каждого хода здесь плюс один к силе. После каждого хода плюс один к силе, отлично. То есть он будет получать у меня. Но он может ведьму сюда закинуть, например, да, и все. Блин, я бы тоже агента хотел бы. Так, после хода здесь что превращается в карту Халк? После третьего хода. А вот это вот я не понимаю, зачем он сделал. Так, вот я, наверное, сделаю. Такое. Кто это там? Доктор какой-то непонятный. Я что-то не могу здесь ничего разыграть, уже вот здесь вот. Почему? Этот что ли запрещает охламон там? Или что? Последний ход.
только такая идея у меня, больше ничего не могу сделать. Ну, мы выиграли все равно здесь, ребят. Да. Тут-то мы выиграли. А могли бы проиграть, если бы он не тупанул бы. Он тупанул в том, что он поставил карту на третью линию, а мог бы поставить на среднюю, у него было бы вместо одного халка два халка. Это, сам понимаешь, два халка — это 24 силы. То есть, чтобы переплюнуть такую мощь, это нужно постараться, друзья. Ну, игра есть игра. Так что... Так, превращает в случайную локацию. Ладно, давай посмотрим. Вдруг какая-нибудь хорошая локация будет. После третьего хода. У меня все равно второго хода нет. У меня ведьма не выпадает в руку. Ой, ведьма. Ну, Йонда сейчас порежет карту. Блин! Агента мне уничтожила, а? Да нет у меня ничего, блин. Слушай, может быть, Йонду тоже... Ага, ты берешь Йонду. А прикинь, у меня бы колода, например, на этих... на уничтожениях карт. Кстати, а давай попробуем с тобой составить. У нас же есть Карнейдж, у нас есть Веровольф. Что он там делает? Что он делает? Что он там? А, перемещать. Давай так сделаю. Так, Грут. В руины превратилась. Превратилась в руины. Да, динозавр. Я тоже так сделаю. Хеллбастера взял. Если, например, поставлю этого. Кло сюда звезданет. Или все-таки вот так вот сделать. Посмотрим. Тут уже напряженочка серьезная. Победа. Победа, друзья мои. Шикарно. Все нормально у нас здесь получилось. Отыграли божественно. И переходим на 26 ранг. Мунгерл, к сожалению, не может пока прокачаться. Ну что, еще одну партиечку. Как говорится, на дорожку. Как говорится, на дорожку еще одну партийку. Наверное, надо все-таки добавлять ведьму в нашу вот, в эту пока непобедимую, можно сказать, деку. Ну, согласись, коэффициент проигрышей и выигрышей очень большой. Так, получить копию. Да нафиг мне твой Стрэндж нужен, блин. Такой тупой. Если в вашей руке нет карт. Да она не стоит того, ребят. А, вот он на чем, понял. Так, барон Моджа. Что он там делает?
При раскрытии противника тягает карту, ее стоимость теперь составит 6. Противник вытягивает карту. Угу. Сюда надо космос ставить. И желательно быстрее. А почему у меня не вышел здесь такой же, а? Чё-то я не вдуплил. Кло, что ли, сюда поставить? Кто при раскрытии сбрасывает две карты из вашей руки? Из моей руки? Да я могу Халка, наверное, сюда разыграть. Могу вот так сделать. По-моему, ребят, я тупанул. Нафиг я сделал-то? Последний же ход. Ты что делаешь, Рэй? Проиграл. Зачем я его сюда поставил-то, твою налево? Мог же разыграть немножко по-другому. Например, поставить Хеллбастера и этот. И было бы намного лучше. Он бы по двоечке раскидал бы, да? По двоечке, например. Вот если бы сюда уберем, например, его. 5. 2. 7. Не, нифига не вышло бы. Не вышло бы, ребята, у меня ничегошеньки бы там получается. Такс, я хотел поменять здесь кое-что в этой нашей колоде, в девятой. Так, уберем. Блин, кстати, что-то Джессика мне не выпадала там давно. Например, уберем. Не, фантастическая четверка нужна. Может быть, убрать Хеллбастера и поставить вместо него. Так, где у нас? А вот это что делает? Это карта. Когда эта карта плюс 5 к силе. Где ведьма-то? Я не вижу ее. Что, совсем что ли я слеп? А, вот она. Ее взял чисто, ребят, для того, что вдруг у нас будут какие-то локации такие с офигенными бонусами. Только лишь для того, чтобы эти бонусы убрать. Я думаю, ты понял, да? К чему это все? Если после хода здесь осталось хоть более... Угу, понятно, она уничтожается. Они уничтожаются. То есть тут можно заподлянку просто делать на хлипком мосту. Две карты разыгрываешь. И все. Тоже ртуть, да, парень? Типа, самый умный. Здесь нельзя разыграть карты на шестом ходу.
Но медуза за свои две энергии, получая 4, я считаю, что это топ. Так, когда вы разыгрываете, добавляйте копию в руку противника. Если вы разыгрываете здесь карту, добавляйте ее копию. Я не хочу, ребят. Такс. Даже я не знаю, что сделать, ребят. Я выиграл. А, поздняк. Поздняк. Такой молодец, да? Ха, выигрывает, хоп, он такой отступил. Хлыщ вареный. Ненавижу, когда так делают. Просто ссыкуны. Адонис. Хотя я тоже один раз отступал. Подскажет ходы. Здесь теряет... Все карты здесь теряют одну единицу силы. Есть, прибавляет силы. А это, кстати, Йотунхейм. Я в первый раз вижу такую локацию. Йотунхейм. Так. Угу. Добавляю здесь карту монстр. Ух, ёк-макарёк. Ладно. Не знаю, найдется ли кто-нибудь, чтобы поставить. Не, ну на Йотунхейм можно поставить. Плюс 3 силы на карте с наибольшей силой. Так вот сделаем. Я так и думал, ребят, что он фантастическую четверку выкинет. Так, она же при раскрытии, да? Как тут сделать-то лучше? Давай так сделаем. Так, а если мы поставим сюда кло? Посмотрим. Угу. Ну вот и все. А вот и все, друзья мои. Вот и все. Шикарно. Жалко, что мало энергии. О, ведьмочка. Ты у меня решила прокачаться, малька? Ну что же, это хорошо, это меня радует.
Это меня радует. Хочу 26 ранг получить, ребят. Хочу 26 ранг получить. Слушай, ну, ведьма хоть и выпала, ребят, мне ее некуда было вставить. Я бы ее обязательно бы поставил, но не было той локации, куда... Он, кстати, вот почему-то поставил на Йотунхейм, и она не поменялась. Как вот сделать эти? Блин. Здесь нельзя разыгрывать карты, которые стоят 4, 5 и 6. Да опять он за свое, а? Нован, я уже чувствую, ребят. К чему идет уклон? Надо будет сюда поставить Космо, чтобы он не использовал там Кронейджа или еще что-нибудь в этом роде. Раз он Нову сюда поставил. При уничтожении увеличивает карту силу ваших карт на один, да? Всех причем. Давай вот так вот сделаем. По-моему, Карнейдж все-таки при раскрытии, ребят, срабатывает, да? Посмотрим. Откуда? А что он тут должен был сделать? При уничтожении возвращается в вашу руку и стоит теперь 0. Да, по-моему, у него не сработало. Дедлок. Ай, чудик. А, была не была, блин. Сделал мне. Постоянно. Да почему я не могу сюда? Ай, все, понял я, почему я не могу сюда. Почему я не могу сюда? Потому что, ё-моё, ты не можешь сюда. А стоит ли этого делать? Да убери ты Халка этого. Ставлю так. И вот так. Все. Победа, да, ребят? Победа. И 8 энергии. Ай, красота. А я тоже вначале думал Халка сюда поставить, но сделал как сделал. 26 ранг. Чего? Нет, спасибо, мне не надо. Чего? Что-то мудрят, уже хитрят. Такс, и что-то здесь у нас хочет... Накопили на тебе, что ли? Нет. А кто тогда? Ты, что ли? Ну да. Трехмерочка. Так, 2 очка, по-моему, мы получаем, да? И, соответственно, нам хватает на таинственную карту, друзья. Эбонимо. Эту карту нельзя разыграть после третьего хода. Постоянно здесь нельзя разыгрывать карты. Фига, он одну энергию стоит. Подожди, он стоит.
Он стоит одну энергию и 7 силы дает. Эту карту нельзя разыгрывать после третьего хода. То есть, если она тебе не выпала в руку, то ее ты уже не разыграешь. Но зато на первом-то ходу, как тебе, а? 1-7. Слушай, ну это круто. 1-7. Да, есть определенные риски, что ты ее не успеешь разыграть. Но если ты ее разыграл, то ты в куражах будешь. Ну что, дорогие друзья, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!